12 мая во всем мире отмечается Международный день медицинской сестры. С праздником нижегородских медиков поздравил и Глеб Никитин. Сегодня в регионе в статусе младшего медицинского персонала работает более 25 тысяч человек. Распространение коронавирусной инфекции стало серьезнейшим вызовом для всего медицинского сообщества. Более 2700 медсестер в регионе на данный момент непосредственно работают с больными COVID-19. Это значит постоянно быть на переднем крае борьбы с невидимым врагом, проявлять бдительность и выдержку в каждый момент, сохраняя человечное отношение к окружающим. Огромное спасибо всем, кто сейчас на посту. Губернатор отметил, что медсестры стали не просто верными помощницами врачей, они стали олицетворением заботы о тех, кому нужна помощь. Глава региона особенно подчеркнул огромную важность профессии в сегодняшних условиях. Анастасия Рябова, Время новостей.